Итак, уважаемые телезрители, пришел этот момент. Все участники, которые здесь стоят на сцене, это участники, которых отправили в лист ожидания. И именно этих четверых людей жюри могут выбрать и спасти, также отправить в следующий тур. Я стою рядом с ними и чувствую волнение, вот эту энергию. Давайте поддержим аплодисментами, чтобы наши конкурсанты чувствовали себя хорошо. Итак, Дарика, вам слово. Я надеюсь, что ребята, не прошедшие, правильно поймут, воспримут это как мотивацию к росту. И четыре человека мы должны объявить сейчас. Первый человек, который прошел в третий тур из листа ожидания, я озвучиваю. Алумсиитова Тамирис. Тамирис! Дай опять, Тамирис. Рок, вообще! Мы тебя аплодируем. Ну и дальнейшее решение. Бардык конкурсанттарга дагы бир жолу рахмат айтам. Бирок эрежеге баш ийебиз. Эреже боюнча биз 4-төн тандайбыз. Ошонун экинчиси Жайлообаев Нурболот. Нурболот! Сразу! Нурболот, ну-ка стойку Фредди Меркьюри. Быстро! Бум! Кайрат Мырза. Төртө өтүп атат, ошол төртөөн ичинен мына экөө айтылды, мен үчүнчүсүн айтат экенмин. Мен эң биринчи ырды алган дуэт бул Рыскул уулу Камил менен Бекмуратова Гүлинанын ичинен өзүмдүн мындай фаворитимди. Мен башында эле айтканда эле байкасаңыздар керек, ошол дуэттин ичинен кийинки турга Бекмуратова Гүлина өтөт. Гүлина, мы тебя поздравляем! Толчолор болсун, азаматсың! Спасибо! Не сдерживайся, потому что это классное ощущение. Еще раз аплодисменты. Был Дженништин Госджаши, был Куаныштин Госджаши, Голчап Койлер Достор. Азаматсын, гинки сөз, толгынай. Шарттар ушында екен, бұл жерде біз гинк тұруға жақшы бар өтті деп өткіз отқан жоқпыз. Барыңар, татықтусыңар. Тек қана ұшу 3 минуттың ішінде бүгінкі сынақта өзін жақшы көрсет алғандықтан біз ұшындай бір чечімге келіп отамыз да. Ошондықтан мен азыр 4-ші қатышушының атын атап кетейін. Бұл болса Сапарбекова Азиза. Сапарбекова Азиза! Аплодисменты! Великолепная, талантливая, красивая девушка. Громче, 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 громче! Поздравляем! Азаматсыздар, ал эми достор, калган эрис кайгырбайбыз. Ушул жакка сахнада чыгарма аткарып жатканыңар өзү жеңиш. Мындан дагы албан-албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Продюсерский центр «Осман Студио». Мы создали условия для комфортного, творческого развития. Лучшие мастера по вокалу, танцам, йоге, игре на гитаре и комузу ждут вас. А также современная студия звукозаписи «Осман». Здесь зажигаются звезды. Приходите по адресу Исанова 1. Телефон 0999 14 00. Ова, достор, бүгүн болсо биз экинчи турдун биринчи берүүсүнүн күбөсү болдук. Муну менен биз бүтүрбөйбүз, анткени туура бир жумадан кийин экинчи турдун экинчи берүүсүндө жолугабыз. Бул жакта дагы 8 финалистти сиздер менен биргеликте тандап алмакчыбыз. Мы с вами не прощаемся, увидимся через неделю. Спасибо большое! Ал эми бүгүн сиздердин кызматыңыздарда Аруке Даниярбек кызы, Адилет Каиров, а также все талантливые молодые люди. Көрүшкөнчө, достор! Пока!